Друзья, всем привет! Уникальная мутация. Девочка-бионик не чувствует боли. У 14-летней Оливии Фонсворт уникальное генетическое заболевание. Она может быть единственным человеком в мире с бионическими симптомами. Эта мутация означает, что у Оливии отсутствует генетический материал 6-й хромосоме. Считается, что люди в мире с такими отклонениями всего 100 человек. Но Оливия единственная, у кого есть набор из 3 симптомов, которые делают ее похожей на сверхчеловека. В 7 лет ее сбила машина, но она ушла с места ДТП, не проронив ни слезинки. Ее сбила машина и протащила по улице, и она не жаловалась. Это было ужасно. Я не думаю, что когда-нибудь переживу это, рассказывает мать девочки. Я тогда кричала на всю улицу, и все мои остальные дети кричали, когда она выбегала. Но Оливия просто спросила, что происходит. Она просто встала после этого и пошла ко мне. В больнице тогда сказали, что она бионик. Из-за той аварии у нее должны были быть серьезные травмы. Оливия в тот раз все-таки получила травмы. Ссадины на бедре, а на грудной клетке у нее остались следы от шин. Но когда она попала в больницу, врачи были шокированы, что ее травмы оказались столь легкими. Тогда они объяснили это тем, что Оливия не могла испытать страх, поэтому ее тело не напряглось и не приняло на себя большую часть удара. Также ее мать Ники Трипак говорит, что ее дочь с самого раннего возраста отличалась от других детей. Она никогда не плакала. Правда, по мере взросления девочка стала привередливой в еде, а иногда в течение месяца могла есть только бутерброды с маслом. Угрозы родителей, что она будет голодать, если не будет есть нормальную пищу, оказались бессмысленными, потому что, как выяснилось позже, Оливия не чувствует голода. Также мама девочки говорит, чтобы окружающие ее дочь люди знали об этом и перестали ее осуждать. Она первая поделится с вами своими сладостями. У нее прекрасный характер, она очень веселая. Все смеются над ней, потому что она бывает дикой и любит экстрим. Она часто говорит другим: давайте спрыгнем отсюда. Но все остальные дети говорят: это же слишком высоко. Друзья, а вы слышали про эту девочку?